Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение командного матча. Хочу принести всем свои извинения за то, что в первой серии немного съехал звук и был слышен мат. Надеюсь, в этой серии этого не повторится. Всем приятного просмотра. А, я Николе послал. Блин, и он не отказался. На что ты его послал? Ну, предложение мира за Мумбай. Пошли мне еще раз. Блин, все равно не открывает. Во, все, нормально. А тебе не нужно там? Забирай. Что там я тебе давал? Забирай, забирай. Можно собор Святой Софии построить, кстати. Так уже не надо. Ну, а на там, там инженерные очки даются какие? По-моему, на культуру. Да, на культуру. Так, что у нас вообще там есть из построек? Я бы на твоем месте лучше мечеть Дженне поставил. Тогда твой этот три города может обратить, а не два. Сколько тебе осталось до покупки миссионера? Да, слушай, отлично. Ну, короче, еще можно подождать. То есть ты успеешь мечеть построить, да, построить, да, да, до покупки? Да. Хорошо. Блин, правда, образование профукали, ну ладно. Сначала не. В смысле? Ну, в смысле, университет чуть позже будет. Ну ничего, построим. Так, ну что? Эдукацию открыли, давай каравеллам. Блин, 16 ходов? 8. 8. Блин, это насколько у тебя круче наука, чем у меня? То есть у меня 32 хода было написано. 32 хода. У меня наука плюс 71. У меня плюс 25. Молчал бы. Ужас какой, слушай. Печалька. Да. Так, ну вот, Голиас у кулака появляется. Опять. Так, ну нам деньги нужны для апгрейда каравелл. Угу. Так. Позволяет юнитам перемещаться через океан. Тогда я своим гитайром попробую. Да, ты знаешь, это хорошо. Да, мы вообще сможем порезвиться немножко. Немножко сможем порезвиться. Они нас уже по очкам опережают, да? Я могу университет построить, будет быстрее чуть-чуть. Астрономия. Ладно, поздно. По очкам, да. Уже опережают. Интересно, а почему я вижу, что у него... О, у меня кто-то какой-то Голиас обстреливает, что-то не пойму. А-а. Да. Интересно, почему я вижу его Голиас в Сукотае? Как бы я сам Сукотай не вижу, но Голиас вижу. Потому что у тебя рыба куплена клетка. Наверное. Нет, в Сукотае, не в Си Сачанала. А я не вижу Голиаса. Ну, в общем, не важно. Ну, Сукотай, посмотри, что ты. Тебя он обстреливает, Сукотай. Я вижу. Угу.
Ну, у Индии, по-моему, кроме 3DM и Голиаса, войск вообще нет. 23 тысячи. Но он будет постоянно в Мумбаи строить Голиасы. Ну, понятно. Плохо, что я один тут, все это, понимаешь, они вдвоем могут рассеивать мое внимание. Печалька. Внизу трилемы обстреливают. Вверху. Блин. Ну что, следующим ходом у меня уже там Голиас. Капец, Мумбаи 13. Понимаешь, да? Блин, а вот, что денег нет? Вот и традиция заработала. Поэтому нам надо религию распространять. Так, ну что, кого ты меня тут будешь обстреливать? Угу. У тебя Голиас и трирема на одной клетке. Я знаю. Ненавижу фаст-кликеров.
Интересно, чем это он? Еще каким-то глясом, который я не вижу. Непонятно. Сколько у тебя настроения? 9. Дай, пожалуйста, что-нибудь. Кость или меха? Может, тебе что-нибудь городу надо? Меха. Они все-таки решили тоже с религией что-то сделать. Хотя мы все вкусное забрали. Чего там? Ну, да, золото. Специалист. Золото и производство. Ничего хорошего для нас. Ну, тогда можно их религию все-таки. Под это Слушай, грамотность 34% у них. А у нас? Осторожно, твой внизу Голиаф, там полуживой. А у нас 29%. Все очень плохо. Да? Не знаю.
Слушай, можно поселенца там внизу тыкнуть возле мумбала? А? Ну, попробуй. Что-то я сомневаюсь. Ну что, метод триэма потеряна? Видимо. Против фастклика. Кое-кого. Ты лучше стреляй по Голиасу. Ну, попробую. Так, есть у нас еще деньги на апгрейд в каравеллы? Ну, у меня 130. Да, у тебя печально. Я знаю то, что везде рынки построены. Угу. Блин, как я вот это ненавижу. Он меня лечился, прикинь. Ну ладно, я его трирему тоже убил. Так что обменялись. Так, ну чё, шпиона одного в Мумбаи, второго в Сукатай? Ну да. Или слишком читабельно? Может, в одного сисочка на лай? Но не, если антишпиона поставят, то... Да там еще не скоро. Эти антишпионы. В смысле не скоро? Так... Ну не скоро они смогут умереть. А. Я про это. Блин, трирему подставил. Слышишь, ты мой город присоедини. Почему? Как-нибудь. Ну, к своим. Ну, то, что вот в углу там у меня. Уже присоединен. А. Фастклик. Блин, зачем я убил? Надо было, чтобы ты своим этим убил. Ну что, давай мне деньги на апгрейд. 110 мне надо. Еще и морячок уже есть. Какой у нас? Какой дебильный. Так, попробую снизу гейтаром высадиться. Я в Мумбаи шпиона. Слышишь, ты не можешь никак убить? Нет, я не могу варгастать. Задница. А стой, я тебе могу подарить юнит. А, давай. О, блин, не убивает. Эх, жалко. Ну,
У него скопление лодок около Спарты. Ну, то, о чем я говорил. То, что он на Спарту пойдет. Каравелла там. Я вижу, мне некуда ее деть. Но ему больше не... Блин, он... А, он может тем подвинуться. Ё-моё. Так, ладно, этого сюда. Этого сюда. Так, ну что, навигацию? Да, только надо будет коперов строить на железо. Слушай, подожди, стоп, а где вообще железо? Давай железо выучим, у нас нет железа. Железо, да. Бля, достал все-таки трирему. О! О! Он гитара моего не... Я сейчас высажусь гитаром вообще незаметно. Хоть какая-то хорошая новость. У тебя уже в Афинах, Вера. Спасибо. Твоя верхняя трирема простреливается. Я вижу. Ну да, это плохо, что он тебя зажал, но что поделаешь. И возле Коринфа тоже. Да я вижу. Ну что я могу сделать? Блин, у него адмирал рядом с этим. Уводи все к Аргасу, если можешь. Ну и короче, сейчас я что-то потеряю явно. О, у меня генерал родился зато. Ну, адмирал, в смысле. Где вообще этот адмирал? Да, в Аргасе, зашибись. Почему он у меня родился в Аргасе? Кто-нибудь может объяснить? Самый удачный город. Он что, был первым поставлен на побережье? Нет. Вторым? Нет. Это третий город на побережье. Почему там генерал родился? Вот, и мне в Аргасе сейчас еще тоже религия. Да. У тебя гитары не ходили еще. Он их видит. Ну ничего. Ничего, конечно, ничего. Хи-хи-хи-хи. Все, я, наверное, там сейчас к его столице прорвусь. Отлично. На этом сможем как-то хоть тащить по технологиям. Да. Thank you.
все просрал. Гетайрами передвинься быстрее. На холм становись, да и все, отлично. А вот и Дели, наши любимые Дели. Я в Дели пошел, блин, охренеть, 23 населения, слушай, я не знаю, что нам... Что мы теперь противопоставим? Ну идем, в общем, в навигацию, надо брать прибрежные города. Ну да. Железо у нас дофига. А, ты уже посадил куда-то шпиона? Ну, то есть, я его только что перепосадил на Дели. Значит, я в Сукотай. Ну, можно в Мумбаи, там будет быстрее, мне кажется. В Мумбаях быстрее будет, однозначно. Лучше в Мумбаи. Да и меньше вероятность, что не перехватит шпиона. Мне так кажется. Да. Я тут слив флота, и сейчас, наверное, на Спарту пойдут. Да. Так и будет. Ты уже железо обрабатываешь, да? Да. Да, железа у нас много. 2, 8, 10, 12, 14 железа, так что... Ну, главное, чтобы оно вам пригодилось. Его флот пообстреливал так 6 раз.
Афинах университет построен. Блин. Можешь чуть-чуть микрофон отодвинуть? Что, дышу громко? Угу. Так, у тебя уже должно железо быть. Да, два. Ну, всего лишь два. Пока больше не надо. Зато у меня золото плюс 22. Тебе копер надо строить. Так мы еще не открыли пока их. Золото, потому что религия пошла. Плюс я дорогами все соединил. Так религия это у тебя, наверное? К тебе должно идти золото. Ну, у тебя с твоих городов. Таракутовая армия. Они уже не знают, что строить. Забыл, что у них стена. Тебя кого-то убило? Да, метко. А, терракотовая армия построилась. Так, у меня минус один по счастью. У меня один. Так что извиняйте. Что-то у тебя Персиполис как-то плохо. Что с Петрой, что без Петры. Ну, да, у меня, конечно, на рост плохо все.
Ну, я сейчас обоих жителей поставил в университет, чтобы ты понимал. Обстреливает около Каринфа твоего. Ага, вижу. Сейчас приготовься в последние секунды обстрелять его Голиас, своим Голиасом, который ближе всего к цитрусовым, где Каринф. Угу. Я сейчас в него стрельну еще лучником и в следующем ходу постараюсь на фастклике перейти. Давай. Двумя луками. Убит. Отлично. И второго. Стреляй сразу. Я не успеваю. Давай, 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 давай. Каравеллой. Чем-нибудь. Убили, убили. Есть. Я, к сожалению, своего под город подставил. Плохо. Так, я тебе в Экбатане повырубаю деревья. Сейчас главное тебе сохранить Голиаса, потому что... Ну, этот, как ты понимаешь, умер. Ну, да. Я пытаюсь обстрелять вот этот Голиас Индии, до которого дотягивается твой лучник. Ну, давай. Подари мне лучников, Каринф. Зачем? А, понял. Хорошо. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, а, сейчас не могу. Он уже походил. Все три? Все три походили, да. Ну я же отстреливал. Угу. Не, без вариантов. Все, всех убил. Охренеть. Охренеть. Ну, это вот нормально играть так? Это вообще игра? То есть они ходят все, я нифига не хожу. Ну, плохо. Так, о, в Мумбаи заканчивается Iron Works. Угадай, для чего? Угу. Один ход. Охренеть, там два завода уже. Ну там, да. $10 миллионов индусов уже. Так, я тебе даю все деньги. И, в общем... Бери фрегаты, надо что-то делать. Иначе мы проиграли.
понял, а почему у меня железа нету? У меня написано 0 железа. Ты улучшать можешь? В смысле? Не могу. Не знаю. Хотя вот оно, вот Аргос, вот железо в Аргосе. Честно, охренеть. Вообще не понимаю, почему. Офигенно. Ну-ка, что... Ну вот же, присоединен. Майн. Два железа. Причем прошлым ходом железо было. Попробуй мне дать 5 монет. Может, у меня просто в минус деньги ушли. Что? А, стоп, стоп. Ты строишь в Коринфе из партии по фрегату. А. Поэтому у тебя железо ушло. Ясно. Вот, и деньги, да, они все-таки там 5 монет за ход буквально. То я тебе все отдал, у меня в итоге вообще ничего не осталось. Так, что откроем? Что откроем? Давай металлкастинг. Да исследуем, наконец. Приватеры буду строить пока. Ну, конечно. Блин. Что, кого убило? А, не успел убрать? Так, посмотрим, смогу ли я положить его Голиас. Да, убил. А у нас уже фрегаты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, мне нужны еще деньги. Гильдии. Еще где-то 7 заход. Я могу оксфордский построить. Только его не на что строить. Да, и только нафига. Как бы мы пока все открыли. Ну, это вот так, на будущее. Обстреливают твоих лучников. Понял. Так, слушай, а у меня что, всего 2 фрегата, и это вся весь мой флот? Точно. Все остальное меня уже поубивали. Да. Кстати, он вполне еще может, а может и видит фрегаты, не знаю. Ого. Слушай, это грустно. Зря ты вышел, короче. Ничего, сейчас спасем как-нибудь. Так куда ты залез, фрегат? Тихо, спокойно, спокойно. Это я вылез, чтобы он обстрелял этот фрегат, а этот выжил. Да блин, там внизу еще Голиас плывет. Тем более у них фаст-клик. Ну, я не знаю. Нет, не доплывет, не доплывет. Ничего, пока все фрегаты на месте. Давай, открываем арбалеты. У меня минус 1 заход.
куда у тебя деньги? Не понимаю. Теперь типа. Я отдал куда? У тебя же постоянно, как бы, я тебе даю опять плюс, а потом опять минус куда-то. Ну, видишь, он бомжует. Смотри, шпионов, через сколько там у тебя будет наука? Два хода. А что строится в Дели? Так. Да, в Мумбаи Голиасы. Пизанская башня. Блин, у него пища плюс 37. Да, он уже впереди по производству. Вот тоже. Ну что, как думаешь, спасу фрегат? Думаю, нет. Это если честно. Ну, чтоб соврать. Не успел? Ну как я успею? У меня даже не появляется действие, когда они убивают мой этот юнит. Я уже не. Я когда с Николой играл в дуэль, я ему сказал, что я с тобой больше играть не буду, пока ты не перестанешь так ходить. Ну вот видишь. Я не понимаю, вот людям вообще интересно так играть? Они ж сливают, то есть они выигрывают чисто за счет своих быстрых действий. Где вообще стратегия, где цивилизация сама по себе? Все, у нас уже все города. Ну, в Коринф, если у тебя еще... А, у тебя еще осталось. Знаешь, они свою религию тоже распространяют. 5 городов. Хотя вон на Си-Сачава... Как фигню вот эту вот... Наша фигня Коринф обстреливает. Слышишь? Угу. Видишь? Подари мне лучников, Коринф. Я успел. А ё-моё. Не взял? Так, я вот на... Блин, я на коровку хотел передвинуть дуболома. Ладно. Сжигают его.
Слышишь, ты не трать, может, сейчас пока этого копейщика, я попробую Каринф взять дуболомом. Потому что они его отобьют обратно, ты обстреливай, я дуболомом беру. Все? Да. А, у меня адмирал в Каринфе был. Печалька. Да. Так, у меня следующим ходом капер появится. Не забудь, что у них стена. То есть они сейчас возьмут Каринф. Тебе двигаться будет. Точно. А то я уже однажды забыл с тобой. Так, пообстреливай, пожалуйста, Голиас, вот, который под Каринфом. У тебя вот где у тебя генерал стоит, ты можешь обстрелять? Да. Давай. Блин. И на, дарю юнит лучника. Попробуем стрельнуть. Можешь? Нет, ты ж в городе. А, да, точно. Ну. Пизанская башня построена. Что мы там исследуем вообще? Давай банковское дело. Там мои уникальные юниты. Здание. Если они еще как-то помогут. Слышишь, Спарта? Okay.
Я вот, да. О, у нас уже арбалеты. Ну, слушай, что-то... блин, я только заметил. Что-то я тоже провтыкал. Блин. Тебе денег дать? На апгрейды все. Да у меня плюс 58 заход. Я не знаю, что это вообще за... Откуда столько денег? Было тумин... А, наверное, то, что ты мне давал. Но у меня тоже плюс 22. То есть не кисло. Я, наверное, сначала поулучшаю возле Спарты. Ну, блин, он его все равно захватит, Бура. Ну, захватит, но улучшай. Мы его отобьем. Отлично. Я могу улучшать только на своей территории. Круто. Мои поздравления. Я могу тебе сейчас отдать все юниты. Круто. Отдавать? Ну, я не знаю. Только которые на моей территории, естественно. Ну, да. А потом как мне их тебе отдавать? Никак? Да, будешь управлять. Блин. У меня золото уже, помнишь, было плюс 50? Бессмертного убирай. Чем нам захватывать? А, ты вот так. Так, дай мне 16. У меня ученый появился. Ну, у них там уже арбалет высадился, а ты его рыцарем, да? Будешь тревожить. Да. Я вообще не понимаю, откуда, что у меня с золотом. Было, значит, ноль. Да мы же тут постоянно друг другу передаем, понимаешь? И тут эти договора наши, ну, заканчиваются. И, ну, соответственно, ну, отбил обратно. Но он его спалит, видимо, да.
Следующим ходом Спарты не будет. Это плохо. Дай мне, пожалуйста, 25. Да. А, блин, я уже не на своей территории. Вот, блин. Ладно, тут два варианта. Либо мы идем в архитектуру и отстраиваем Тадж Махал. Вот. Либо мы идем в индустриализацию и отстраиваем Биг Бен. Для меня нужно приоритетный Биг Бен. Ну, пошли. Хотя я могу сейчас ученого юзнуть. Так что, куда? А сколько у тебя в науке? Плюс 150. Идем в индустриализацию. Мне ученого рашить или академию? Ну, я бы академию ставил. Потому что ты сейчас 158. Ну, хотя с другой стороны. 171 уже. Ты уже академию посадил? Ах, у тебя какой прирост? 52. Так. Ой, сейчас Каринф пойдут брать. Факт, они он арб... А, это твой арбалет. Дай мне, пожалуйста, я погорячился, обратно 60 монет. Вот. Я... Мне осталось последнего арбалета улучшить. У тебя с настроением? Плюс один. Или ты с настроением у меня лично? О, ребята. Фрегаты. Ну, видишь, они пошли по той же тактике, что и мы. Поставить города на берегу и в осаду. Но они сделали умнее. У них один пошел в традицию. И все. Да уж. Вот и каперы подоспели.
Вот такая ответочка, как тебе? Думал, у тебя одного капера? Обстреливай. А, блин. Я прям не знаю, выкладывать вообще это видео или нет. Как бы, понимаешь, я не могу вот это считать заслуживающей... Мне сложно тут... То есть, ну, они развивались, да, но главное, что они убили больше наших юнитов на воде. То есть, мы раньше приходили ко всем этим там фрегатам и так далее. Дай меха, пожалуйста, подтверди, пока ход не прошел. Ну-ну, слушай. Вот. И, то есть, мы все время проигрывали в клике. Причем, вот самое показательное, это когда... У меня гитар там бегает, и здесь еще этот Голиас стоял. Так у меня еще ход не начался, а Голиас и гитар были убиты. О, я могу украсть у них. Не добежал. Обстреливай. Ты можешь обстрелять? Я только что убил копера. Жалко. Почему жалко? Ну вот, если бы этого копера ты обстрелял, я мог бы его захватить. Ладно. Так вот. Ну, Никола говорит о том, что... Писал мне тогда в прошлой игре, что вот, это типа ничем не отличается от походовой, пошаговой стратегии, просто я всегда хожу первый, пишет он мне он. Круто, если бы мы вот договорились, чтобы пошаговая стратегия тут была, мы бы так играли. Но тут все заключается в том, что они мало того, что первый ходит, они ходят два раза первыми, потому что shift в конце хода и сразу в начале, то есть у них два хода все-таки происходит. Ну, собственно, о чем я ему говорил. А во-вторых, как бы мы же к этому не готовы. Мы-то привычны к тому, что... Примерно одинаково всех. Ну, то есть я к тому, что вот если он на какой-то линии фронта первый походил, то я могу на другой линии фронта быстрее это сделать, правильно? Но, к сожалению, вот здесь, то есть, и в дуэли с ним то же самое было. Но там, то есть, это надо их стратегически очень сильно превосходить. Здесь, получается, мы равны по игре, именно стратегически, но. За счет фест-клика, то есть мы больше сливаем юнитов, и, соответственно, они могут никак не напрягаться в их строительстве. Ну и нафига это надо? Так, ты этого копера ничем не можешь обстрелять? Вот там у тебя арбалет выше Каринфа стоит. Можешь вниз опустить и обстрелять копера, который около моего Каринфа прям вот нападает на него? Да. Нет, не могу, у меня один ход всего.
Плохо. Так, я стреляю по фрегату. Попробую захватить. Угу. Блин, там арбалеты едут. Ой. Там арбалеты... Ну... Может, по арбалетам стрелять? Да, по арбалетам уже. У тебя есть ходы у рыцаря, чтобы захватить Каримф? Да. А, стоп, я... Там... Ну как я? Там река. Круто. Ну, хоть шифтом передвинься туда. Ладно. А, мы сейчас потеряем город, да? Да. Блин. У меня вообще поселенец есть. И потом они пойдут к оставшемуся городу. Интересно, если бы ты пошел через традицию? Была бы совсем другая игра. Да, и где тут тебе город отжирать? У тебя он Персеполис даже с Петрой не растет. Ну есть Пасаргады, еще Сузы, почему? Персеполис больше бы рос, быстрее. О, меня уже тут обстреливают. Ну, Аргос, я имею в виду. Я не знаю, как мы по науке еще не отстаем. А что, не отстаем? Мы, конечно, можем бороться, но я реально вот не знаю как.
Я Биг Бен построю инженером. Окей. У меня золото 600 монет. А у меня минус 1 и минус 4 счастья. О, что ж ты молчишь? Спасибо. Производство я пока лидер по-прежнему. Странно. Сейчас откроем индустриализацию, будет на 2 шпиона больше. Ну, думаю, что-то выиграем. А ты что-нибудь из Дели украл? Да, уже 3 раза. Ну, поэтому и не отстаем. Слоны поплыли. Ну, я бы ничего не покупал, наверное. Копить деньги, все равно покупать сейчас. Смысл шок. Кстати, вот то, что они Аргос, если они его не спалят, они очень хорошо сделают для них, потому что он в таком тяжелоприступном месте. Ух, слоны высадились. Да, там надо отступать, там без вариантов. Вообще, 2 часа ночи, надо либо сдаваться, либо откладывать, ну как бы откладывать. А давай играть. У них 3 часа. Ладно. А сколько у тебя населения? Вот по демографии 18 миллионов у Индии. У меня 2,5. Круто. О, в Мумбаи рыцари строятся. А у тебя в этой чё? В Дели. Не знаю. Что там в Дели?
Нифига. Это так, слон? Ага. Бьет. Прикольно. Плюс 15 бонус на дружественной земле, плюс 50 против конных лучников, против конных юнитов, и плюс 15. Да. Да, слоны там, хрен со слонами с теми. Тут не слона дело. Ну, я предлагаю вообще ориентироваться на самолеты. Ну, окей. Если мы до них доживем, конечно. Да, Аргос они решили не жечь. И очень правильно сделали, к сожалению. Там очень классный пятачок. Вот я открыл, что там в Аргосе творится. Ничего. Слоны. Интересный ход. Пошли брать Афины. Так, у меня поселенец, куда бы его воткнуть? Поставь на... А, да. Там... Я ниже СУС поставлю, там выступающий, ага. Единственное место оставшееся. Я могу вон выше к ботаны, в принципе. Настроение у тебя нормально? Ну, ноль пока. Ноль, да? Да. Блин, я выключил, что ты мне прислал. Минус 4 у меня уже пришли еще раз, что-то там присылал. Пушки. В Аргосе пушки. Ясно.
Мумбаи вовсю пушки строит, а что в Дели? Дели 30, он еще третий город зачем-то, у них там что-то не хватало, видимо. Виджаянагара. Железа не хватало. Ну и фаст-кликеры. Вот о чем и речь. Да, реально какую-то программу использую. В Дели там либо шпион сидит, либо... Кстати, они третий город поставили, индусы. Я же тебе сказал об этом. А, нет, либо Сандермерия, потому что медленно начал. Медленно. То есть динамит мы не открываем, да? Не знаю, почему бы нам его не открыть. Ну, мы же решили идти... На самолетике? Ага. Ну окей. Нет, мы можем, конечно, динамит открыть. Тогда... Что тогда? Сисачханала, и можно обстреливать с динамита. Ну и все. Ну и все. Ну и корабли можно будет, конечно, их не открыть. Самолеты. Тут что, самолет, да? Да. Хорошо. У тебя уже инженер есть для Биг Бен? К сожалению, будет через два хода. Ну, в общем, придется подождать еще. Так что я пока армию строю. Слышишь, если там в Дели теперь долго, может в Сукатай переместиться тебе? Ну там осталось 5 ходов мне. А-а-а. Я сейчас либо умру, либо что-нибудь стырю напоследок. Ну и все. Просто ты когда перемещаешься, ты ж... Ну, да, заново. Теряются эти бонусы. А, видишь, это я знаю. Ну хоть что-то.
О. Ты что, мы раньше их в индустриализацию вошли, что ли? Да. Вот можно и в Сукатай одного мне переместить. Давай, я в Мумбаи засуну. Короче, я так не... Так у меня, подожди, так у меня в Мумбаи сидит. Зачем тебе еще? А, у тебя в Мумбаи сидит? Да, причем продвинутый уже. Куда ты ложишь? Сукатай. Сукатай, я в Сисачханалай. Так, что мы исследуем? Так, секунду, сейчас я... Школы, видимо. Да. Фабрика, 4 хода. Может, купить ее все-таки? Или построить? Как? Ну, покупай. Тогда надо подождать. Сэкономлю денег. Так, они там собирают армию, видимо. Мы тоже. Я скажу, у нас ничуть не хуже. Может, тебе купить? Сколько у тебя будет строиться? А, у тебя же угля нету, да? Да, у меня угля нет. Посмотри, сколько у тебя. 12. Сейчас тебе там денег купишь. Сколько она стоит? Сейчас гляну. О! Инженер. Опа, захвачен. Захваченный мирный житель. Так, стоит 780, у меня 360. Ни хрена себе, слушай. Чё, тебе высылать 780? Да не надо, наверное. Ну чё, высылать? На покупку? Ну давай. Кавалеристы. Они в батарее идут. У нас есть шанс выйти в самолеты раньше и их выбрать. Это, наверное, единственное, что нам осталось. Потому что если мы пойдем в батарее, то... Да. Надо будет просто отбиваться от их артиллерии. Только так. Может, Варгас лучше посадить в шпиона, я вот думаю. Зачем? Да не... Там и что? Ну, нам и так видно. Ну, кавалеристы, батареи. Давай, лучше технологии будем тырить. Они же пошли по нижней ветке, мы как раз их всех позабираем себе. Когда там у тебя удели? Что удели будет? А, стырю 2 хода. Будь здоров. Спасибо. У меня 10 угля. Почему хватает?
Поэтому и пушки не строят. О, слушай, у меня же гантлинги. Сейчас я поналожу шороха. Мне надо бы, знаешь что? Что? Надо бы мне дороги проложить. Короче, все застроить дорогами вокруг Афин. Это очень важно. Окей. Вообще, весь плацдарм, все в дорогах должно быть. Я сейчас пошлю рабочего. Помогу. Черт. Это сейчас приоритетнее всего. Что, кого? Говорю, приоритетнее всего застроить все дорогами сейчас. Самое главное. Но все равно по производству я на первом месте. Пошли, атака на Каринф пошла. Слышишь, плыви своим рыцарем, который вот сверху Каринфа, плыви к пушке, которая справа от железа, слева от железа, от Каринфа. Плыть? Да, оплывай Каринф, чтобы он не видел. Высаживайся. То есть ты сейчас сядешь на воду, следующим ходом вылезешь на железе и убьешь эту пушку. Блин, да. Да Каринф это такое. Да я поплыву. Давай, я с нижней стороны, а ты с верхней атакуй с моря. Слышишь? Что? Зеленую пушку атакуешь, ты сверху, я снизу, рыцарями. По морю. Да я высаживаться хотел.
Уже стена. Повисли. Не понял, что за херь? Чё? Каринф захвачен каким образом, блядь? Не знаю. Зашибись.
У меня великий ученый родился. У меня два полководца есть. Ученого могу взять. Можешь, блин, но как мне его провести под защитой, не представляю. Ладно, вот сюда поведу. В смысле, под какой защитой? Ты можешь своего полководца защитить, да? Уводи оттуда вот своего рыцаря, потому что там у них пушки стоят внизу, которые Аргос. Да уж. Спасибо. Сисач Ханалая. Короче, с этого города. Научка тырится 96 ходов. Ну, там просто... Там не защита большая, а просто сама наука плохая. Чем меньше отдача научная от города... Я знаю. У меня у Мумбаи через 4 хода должно кто-то стыриться. Удобрение надо брать. Удобрение? Да. Да, ну, если честно, все очень печально. Против такой столицы я тоже, но я не знаю, что делать. Еще он у него ученый сохранился. Смотри, он инженеров... Ты видишь, рядом с Дели он инженеров ставил в эти... Да. Ну, правильно фабрики. Делал. Он, к сожалению, все делал верно.
У них уже артиллерия. Вижу. И в Сукатае и в Мумбаи они строят артиллерию. Ну, логично. Они сейчас могут и, скорее всего, сделают так, высадиться на севере. Так что надо быть начеку. А я бы высадился вот, ну, вот слева да, от Афин. Да, цитрусовый там тоже, да. Да ё-моё. Может, не крепость поставить между двумя его кавалеристами? Поставь. Хоть немного задержит их. Я думаю, у них генералов тоже хватает. Ну так она ничего не решит, даже если нее заберут. Ну да. Она как бы... Блин. Спугнул. Убивай его, сможешь его? Полечился он. Ты не можешь обрабатывать клетки мои. Слушай, тут правды. Надо было тебя отдать. В смысле, а что я не могу обрабатывать? Ты можешь обрабатывать соль разве? И слон, который я забрал полководца. Ну, у меня как бы счастье не ушло никуда. Странно. Бабла жопой жуй, ну куда его девали? Ну, юниты покупай. Школы... А, нет, сейчас школы откроются. Купишь школы. Угу.
наука плюс 226. Да, вон артиллерия уже высадилась. Об чем и речь? На этом все. Продолжение в следующей серии.